Чувствуешь себя в молодежке авторитетом? Авторитетом? Не знаю. Я не знаю, что такое авторитет пока что. Чувствую, что уже прошел эту лигу в этом году. Я просто даже видел, ты с Виталием Черночубом тут спорил, улыбался, где-то его, может быть, даже подначивал. Да нет, это игровой момент. Мы когда жали руки, поговорили, и все хорошо. Мы прекрасно относимся друг к другу. Я его уважаю как тренера, как человека. А что сказали друг другу? Я уже не помню, там эмоции, так что это не важно. Насколько для тебя это необычно, потому что в «Мамонтах» долго играл, но кубок взял с первого же сезона в другой команде. Ну, не знаю, об этом как-то даже и не задумывался. Кубок есть кубок, я сейчас нахожусь в этой прекрасной системе, в этом прекрасном городе, именно вот в этом коллективе, так что я рад, очень рад, что в этом году получилось взять мой последний сезон в молодежке. Что сделает чемпион Василий Атанасов первым делом сейчас? Первым делом я сфотографировался с папой сразу же. Спасибо. С кубком.